я вас категорически приветствую. Найдена мною новая точка в магазине «Ярче», правда, в большом стакане, но тем не менее 210 миллилитров чистейшего американо, среднего по крепости, ну и соответственно даже не среднего, я бы даже сказал, да, троечка все-таки по крепости, но рейтинг кофе можно смело поставить на 5, потому что стоит данный напиток 19 рублей 90 копеек. И это зерновой аппаратный кофе. Вот всем, кто желает поучаствовать в такой халяве, просьба заглянуть в магазин «Ярче». Там, соответственно, нет сиропов, но большой ассортимент разных вкусняшек. Можно найти батончики, начиная шоколадные от 5 рублей и до 20, куча выпечки, куча всякой сладости. В принципе, очень дешевый магазин по ценам, ну и нормальный по качеству. Так что всем любителям халявы, всем любителям дешевого, хорошего, бодрящего напитка рекомендую обратиться в магазин «Ярче» за кофейком. А тем, которые не разумеют, я раджу звернутися до магазину «Яскравіше», російської «Ярче». Там справжній апаратний з цільного зерна зроблений напій, який називається або має назву «Кава». Будь ласочка.